Очень многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой, которую называют болезненная косточка на ноге. Такая косточка образуется из-за распространенной формы деформации стопы, поперечного плоскостопия. Такое состояние называется вальгусной деформацией большого пальца. Ортопедическая вальгусная шина Holyfix разработана для исправления деформации стопы, коррекции поперечного плоскостопия, выпрямления вальгусного искривления большого пальца стопы и уменьшения болезненности. Шину одевают на свод стопы, застегивая бандаж симметрично сверху и снизу так, чтобы согнутая часть бандажа попала на ребро стопы. Так шина не будет прокручиваться. Затем малый бандаж накидывается на палец. Подробную информацию о том, как одевать шину Holyfix, вы сможете найти в инструкции к изделию. Основное оздоравливающее действие шины – сжатие стопы. Так нога возвращается к первозданной, неиспорченной плоскостопием форме. Малый бандаж при этом оттягивает большой палец, исправляя его положение. Уникальность изделия – комплексность воздействия, сжимание стопы и исправление положения большого пальца. Шина Holyfix удобна, проста в использовании и универсальна. Ее можно надеть как на левую, так и на правую ногу. Подходит для ноги с 33 по 46 размер обуви. С применением шины Holyfix стопа, пострадавшая от вальгусной деформации, двигается естественно и без боли. Шину рекомендуется использовать около 2-3 часов днем и спать в изделии.